круг. Точно так же, как следом за ним, вы видите и Тарса Маркес. А еще на прогревочном круге сейчас уже находятся Джанкарло Физикелло и Педро де ля Роза. Мы же видим трассу глазами Хайнца Харальда Фрэнсена. Вы видите подъем Бори Ваш. На самом деле серия скоростных поворотов. И здесь торможение, причем торможение в повороте. Масне, очень жесткий поворот. Затем казино. Кочка, знаменитая кочка и казино. Пилот выходит в нескольких сантиметрах от рельсов. И страшное торможение перед Мирабок. Колесо вывешивается буквально в воздухе. Но нужно тут же разгоняться и тормозить перед Левсом. Обратите внимание на то, как вывернут руль. И здесь, кстати, меняются отношения шестеренок гидроусилителя по отношению к остальным трассам. Двойной поворот портье. Посмотрите, опять же, как близко от рельсов здесь на выходе оказываются колеса болидов. И Хайнц Харальд Фрэнсен в туннеле. Здесь очень жесткий удар по глазам в этом месте, естественно, у пилота, когда он попадает вновь на свет. И практически с 300 км в час торможение до 70 перед шиканой. Вновь в нескольких сантиметрах от рельсов всего на входе и на выходе оказывались колеса болидов. Как и здесь в скоростном повороте бюро ДТБА. Пилот продолжает атаковать. И увидите, как быстро поворот Широн, вход в бассейн. А выход из него гораздо медленнее в этом месте. И затем разгон перед Роскасом. Причем тормозить нужно. Вы видели, едва не потерял свою машину Хайнц Харальд Фрэнсен из-за того, что тормозить нужно в повороте. Поворот Роскас остается позади для Фрэнсена. И Антонин Агес также буквально в трех местах здесь. Вплотную к рельсам оказываются пилоты. Фрэнсен борется с промежуточной пол-позицией Жака Вильнёва и выигрывает 3,5 десятых, 347 тысячных.